Сотрудники регионального управления ФСБ задержали лазерного хулигана. В течение этого лета и осени он при помощи лазерной указки пытался слепить пилотов военных самолетов, когда те совершали маневры над городом или шли на посадку аэродрома «Северный». К счастью, катастроф удалось избежать. К слову сказать, хулиган уже вполне взрослый, 28-летний ивановец. 10 раз из-за банального интереса он создавал чрезвычайную ситуацию для пилотов и горожан. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении задержанного молодого человека к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Поскольку серьезных последствий его деяния не повлекли, уголовная ответственность не наступает.